Кролика до сих пор держишь? Кролика? Я оставил до ума не. Вот сейчас на коленках траву. И как нарочно вся повысила, хоть бы косой чего-нибудь он. Коснуть. Махну, она вжит как там. Ага, как по железу, да? Ничего, хоть вот с улицы косить боится, какая сука зажгет. Да, ездит. Сейчас курит все сигареты. Кинули. Бросил, а сигарета от сигареты, она пока сама не сгорит. У нас вокруг Оренбург вон горел все лес, все это, блин. Тогда и тут горит по Воронежской области. Ну. Вот передавали дело на юге. Уже 11 000 гектар леса выгорел. Ну. И предупредили. Сушь стоит такая. Будьте аккуратны, будьте аккуратны. А как тут аккуратно? Вообще сейчас не люблю вот этот прекрасный юбилей. Это свои. Я не стал фотографироваться. Да нет. На паспорт даже гляну и самому противно. Да бросьте. Вы понимаете, для нас, это мой муж, он столько рассказывал вообще обо всем. Ну, моя дорогая, если бы где-то лет 30-40 там назад вы пришли бы, сколько у нас людей было? Ну. Вообще в самой Бхаре. И сколько было у нас родственников, мы собирались по праздникам. Целый дом. Помнить. Ну. Придут по 30, по 20. В 76-м году приходили. Помнишь, что было? Тетя Маруся приезжала, тетя Вера приезжала, дядя Вася приезжал со своими детьми. А из Сочи дядь Саша. В Сочи дядь Саша, ты что? Забыли, а материн брат. Да, в этом, как его, Сочи. Да, в Сочах. Темно, до света. А у него сын? Сын? Да я тебя не знаю. Он мне ровесник сыну. 49-го года. Я знаю, Сережка, наверное, Быковский. Сережка его зовут? Кажется, да. Ну, а я тут приезжал какой вот, наверное, как Никита был последний раз, и вот, наверное, ну, около 30 да, лет он нет. Да, где-то у меня, не знаю, ну, ну, может, те лет 11-10. Да, было, да, вот да, и все, вот. И больше я не больше. Не. А я как, видимо, быть по всему, как вот утром поднялся, лежу у него, ну, вот с недель целый не прибираю, жара. Угу. Терпения никакого нет, мочи нет. И что я вспомнил про вас? Вспомнил про это дело. Ну вот я собирался и, наверное, вот и приехал. Родственных людей. Может быть. Как говорить, она вечный зов. Ну, родная кровь, они все равно друг друга находят. Да, 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 да. Ну вот мы неделю, я ждал, женат в отпуск, пока она учительница. Тут выпускные экзамены в отпуск опустили, пока собрались и все, вот приехали. Мы неделю собирались, наверное. Ну так. Да. Видишь, назад оглянешься. Телефон. Хоть радости мало было в жизни. И голод был, да? Да и голод, и холод, да. Все было. Конечно. Но были какие-то, как говорится, моменты и веселые, и хорошие, и счастливые, и в самой жизни. А вот сейчас остался один. Был хоть с ней это, где-нибудь так, не так. Поругайся, да? Хоть поговоришь на своем языке. А сейчас тут угол, там угол. Радио отключили совсем. Не работает теперь вообще. Некому работать. Раньше радио, как дед, он в 6 утра, блин, как и... Все, какой человек вроде бы. Гимн заиграет на всю. Телевизор глядеть. У меня это совсем не видеть. А погляжу, этот болит. Угу. А тем более цветной. Понятно. У меня такой воронежский это был. Темный, черно-белый. Энтон проще. Я бывает до полночи гляжу. А этот час-полтора, если поглядел, то все. И уже года. Видимо, мешают.
Я замуж вышла, помню, это свекровь, но мать его сидит и вяжет. Как она, думаю, вяжет? Сама телевизор смотрит, сама вяжет. А потом и сама сижу, смотрю, а сама вяжу. Молодежь себе убить. Сейчас читать перестали. Да. Угу. Читать это действительно. Ну, да. Вообще, книжка сейчас не в моде. Ну. Ну, гляди удочку-то. Ехал, просил. Погляди, какую-нибудь ему удочку. У Вовки спрашивал. Теперь у тебя. Вовка дарил ему удочку, теперь ты дари. Дед. Сейчас подарю на память удочку. Он же рыбак тоже, рыбу ловили.